кто радуется? Какая может быть радость в жизни, когда человек живет под страхом, ах, как бы не согрешить? Неверующие больше радуются, чем верующие, по крайней мере, на земле. Ваш вывод абсолютно неверный. Я имею право так сказать, потому что я ходил в ваших сапогах, а вы в моих нет. Я был неверующим и знаю «радость» в кавычках неверующего, о которой вы пишете. Вы поспешили с выводом, не испытав радости прощения, радости во Христе Иисусе. Верно, я боюсь согрешить не потому, что я потеряю спасение, но этим я огорчу Господа и потеряю радость спасения. Помните молитву Давида? «Верни мне радость спасения твоего». Как это бывает? Вот вам маленький пример. В институте, где я учился, был старенький профессор-филолог Расторгуев. Встречаясь со студентами, он перед каждым снимал шляпу, со всеми был любезен, нуждающимся давал по 2-3 рубля на обед, а сам одевался скромно, жил бедно и ко всем был так добр, что идти к нему на зачеты и получить двойку было просто немыслимо, совесть не позволяла. Это было бы для профессора большим огорчением. Мы зубрили латынь и славянский язык, полюбили эти предметы, потому что любили старика. Кто полюбит Христа, тот возненавидит грех. Для возрожденного христианина немыслимо жить во грехах. А когда он по неосторожности согрешает, он не может успокоиться до тех пор, пока не исповедает свой грех Христу и не получит прощения. Радость прощения покрывает все горечи, которые приносит грех. Эта радость – самая великая радость, потому что в этом наше спасение. Мы все согрешаем. Все спотыкаемся, но встать и отряхнуться может только тот, кто любит ходить, радуясь во свете Божьем.